Народ, всем привет, это Мариуполь, Красный дом. Признаюсь, внутри этого Красного дома я никогда не был. Много раз я ездил вокруг него, думал, что он вот-вот сдастся, но он до сих пор, вот август 23-го года, не сдается все никак. Когда-то еще зимой мне строители говорили, что здесь будет 3 дома. Вон там 2, один какой-то длинный, там 3-4-подъездный. И вот этот вот. Но пока один. И знаете что, я предлагаю наконец-то вот проникнуть вовнутрь, походить, посмотреть на квартиры. Может быть, вот с кем-то удастся пообщаться. Никого здесь пока из жильцов нету. И вот эти слухи, что здесь не будут погорельцы, сейчас мы заодно и проверим. Красный дом. В принципе, все готово. Мне кажется, уже давно все готово. Уже можно заниматься спортом здесь. Так. Вон, люди какие-то. Уже сколько приезжаю, но никак не могу сюда залезть вовнутрь. Когда он сдастся-то уже? Я не... Сейчас примет комиссия все. Принимает, да, уже сейчас. Да я сейчас поговорил с ребятами, они и есть комиссия. Ну да, да. Они говорят, мы все строго принимаем, поэтому никак не сдадут. Стройконтроль, да. Он говорит, за всякую эту мы тут... Здесь, говорят, медики будут жить. Ой, да тут и медики, полиция, военные, учителя. То есть это такой дом, он больше для, для работ, ну как сказать, для служащих. Элитный. Элитный? Ну, если бы медики все сменили совсем, то... Ага. А они квартиры, получается, здесь укомплектованы полностью? Вот то, что конечно, я сейчас увижу, будет. Так и будет. Да, ну, на всех этажах. На всех нет этажах, смысла идти туда. Нет, наверх, нет, да? нет. Ну, на всех этажах, потому что их всегда открывают, они здесь. Вот это хорошо, а у вас есть информация, когда он сдастся? Не знаете. Говорят, скоро. И сколько здесь квартир? Ой, ну вот раз, два, три, четыре, 5 квартир. И сколько этажей? То есть... 9 этажей, 5 квартир, 45. 2 подъезда. А, 45-45, 90. Да, да. Все, ну, хорошо, ладно, второй. Понял, посмотрю. Ну, спасибо, сюда, спасибо, да-да-да, спасибо огромное. Так. Ну... Ничего не комментирую пока. Пока никаких комментариев, ребят. Так, что за марка? Нормальный матрас. Такой вид. Не, серьезно, матрас нормально. Прыгать можно на нем. Ну, я имею в виду. Ну, вы поняли. Так. Ох, ничего ж себе. Тут чья-то вообще документация, чьи-то вещи. Так, не будем. Не будем лезть в документы. Это что, это холодильник? Это у нас холодильник. Вот он. Маленький такой холодильник. Чтобы нам кухню оценить, надо. Так, кухню оцениваем. Ну, это все стандартное. Хорошее такое. О, нет, это вот так, по-другому. Да что ж такое? Ну, естественно, никто же тут ничего не делал.
Вода, кстати, горячая. Но пока теплая. Теплая, теплая вода какая-то. Естественно, лысьва. Закрыто. Такой балкон. Ну, понятно. А вот здесь открыт холодильник. Короче, понятно. Такая вот элитная квартира, охранник сказал. Но не будем спорить. В принципе, мебель есть. Уже круто. Но тут так. Извините, а вы не знаете, здесь говорили, вот машинки еще стиральные будут. А? Машинки стиральные еще говорили будут. Вон они стоят. Нет, это холодильник. Вам надо прийти к хозяину этого здания. А, ну я просто думал, может вы знаете. Нет, мы не знаем. Это вам надо суд 2007. Суд 2007, хорошо. Так, а здесь вот 8-й этаж. Посветлее, смотрите. Вот лифт. А здесь кровать побольше. И вид получше. Ох, ничего ж себе. Здесь уже другой уровень чуть-чуть. Диван, все дела. Два окна. Да, эта квартира нормальная такая. Кухню вот, смотрите. Это холодильник, это не стиральная машинка. Ну, балконы одинаковые везде. Одинаковые. Вид отличный. Вот, видите.
Да, машинки нет пока. Здесь вот раздельный санузел. Народ, ну вот такой красный дом. Пока еще не сдался. Будут здесь жить служащие, не погорельцы. Я думал, что погорельцы, нет. Видите, медики, полиция, может еще кто-то. Площадка нормальная, кстати. И вот шахматы. Да, но видите, я не могу один играть сам с собой. Пусть быстрее сдается и заселяется. Квартиры хорошие, пусть служащие приезжают и работают в Мариуполе, на благо мариупольцам. Все, ребят, всем пока, удачи, мирного неба над головой. Мариуполь.